Добрый вечер, дорогие друзья. Огромное спасибо, что пришли. Огромное спасибо за поздравления, которые поступают. Я еще так понял. Некоторые говорят, погоди, погоди, чуть попозже. Действительно, очень приятно видеть тех, кого ждал, тех, кого не ждал. Я хочу перед началом сказать некоторые промышленные секреты, выдать тайну. Не только один я пою песни про авиацию. Вот со мной замечательный мой друг, большой-большой музыкант. Большой. Это не подсказывай, я хотел обмануть всех. Вот, на самом деле, сбылась такая моя давняя мечта, мой такой план. Этот человек, я считаю, это лучшая гитара Республики Беларусь. Заслуженно носит титул «Джазмен года» и титул «Заслуженного артиста Республики Беларусь» Сергей Антишин. Ну, а мы поехали. Раз. Два, три. Нас сравнивают с птицами пустую. Нам просто жить без неба не по вкусу. Мы на земле на временном постое. А птиц мы любим только не по курсу. Мы выпали из взлетных наставлений и, может, улыбнемся их листая. В театре пилотажных представлений мы вместе, словно маленькая стая, и верим, что вернемся, улетая. Вращаем небо мы в строю за стык. Нам разрешают делать все по краю. А срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное летая. Мы гвардии летающая стая. Каскад фигуры перегрузки душат. И в общем тяжело, но не смертельно. Зато вредный женский голос в уши настойчиво твердит, что все предельно. Пусть даже сму, но мы ждем с небом встречи. Ведь в небе все по-честному, не врут. Здесь крылья, как друзей, надежные плечи. А в двух руках две ручки, рус и рут. И двигатели голоса не сорву. Вращаем небо мы в строю застыв. Нам разрешают делать все по краю. А срыв потока — это лишь потока срыв. Нам не сорваться, главное летая. Мы гвардии летающая стая. Нас в разных странах ждут аэродромы. Работать будем. И после, как всегда, вернемся к дому. Тех, кто не вернулся, не забудем. Гвардейский полк, навеки наша память. Иван Никитич, тоже дуб, он с нами вечно. Дай Бог успеть нам небе след оставить. Ведь летный век до боли скоротечен. И раз пускай мы крикнем вам до встречи. Спасибо.
Ну, в общем-то, все знают, что сегодня юбилей. Сегодня еще один юбилей. Ну, он может быть не совсем сегодня, дата точная неизвестна, но плавает она вокруг вот этих чисел. Четверть века назад старший лейтенант Анисимов двигался по железнодорожным путям в таком славном белорусском городе Лида. Вдруг что-то ему тут засвистело в ухе. Присел он, достал из портфеля какой-то лист, помню, или блокнотик. И за 15 минут родилась песня. Ну что можно было написать на железной дороге? Ну, честно говоря, конечно, эта песня была не я, железнодорожник. Но шел я в сторону аэродрома. Турбин на земле лучший звук, а мой самолет — это мой верный друг. Я летчик. Ни черта небо я душу продал, и кажется, я от рождения летал. Я летчик. Мне хочется в небе бездомным летать, за это готов я пол жизни отдать. Я летчик. Так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Бессмертного Нестера ровнем петлю с крючок души там вираж, почва горб. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. Землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Темнеет в глазах на крутом вираже, и давит на сердце мне несколько же. Я летчик. Комбез весь потом можно просто отжать, и кто вам сказал, что несложно летать? Я летчик. Под крыльями смерть в оправе стальной, она поднимается в небо со мной. Я летчик. И чтобы земля вновь не стала гореть, я снова и снова, я должен лететь. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый тенечек. Смертного Нестера во мне петлю скручу от души, там тираж, почка горка. Я летчик. Пускай перегрузка предалец терплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над ней. Я летчик. Нити глиссады иду я домой, а хочется жить где-то здесь, над землей. Я летчик, квартиры свои у меня просто нет, общага мой дом, общий душ, туалет. Я летчик. Под крыльями и снится мне каждую ночь напролет, что топливо есть и поднялся на лед. Земли меня часто хотят привязать, но летчик обязан, он должен летать. Я летчик. Я так это небо безумно люблю, и мне без него не прожить даже хмурый денечек. Бессмертного Нестера в огнем петлю скручу от души, там вираж, почка горка. Я летчик. Пускай перегрузка придавит, стерплю, но небо родное предать я вовек не посмею. И землю я тоже, конечно, люблю, но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Но только когда не по ней, а над нею. Я летчик. Спасибо. Ну, такая песня вот как-то живет уже сама по себе.
Ну, все знают, я третью песню всегда здесь пою, как третий тост. К сожалению, это было, есть и будет. Мы теряем людей, теряли. Я имею в виду авиацию. Сегодня вот день рождения у Игоря Ткаченко, моего близкого-близкого друга. Мы когда-то соревновались, кто кого раньше поздравит с утра. Чаще это получалось у меня, иногда у него, но чаще всех поздравляла наша мама, моя мама. А год назад на эту сцену выходил ко мне подпевать Горел Бутенко, который через неделю после того концерта ушел в последний полет. Неделю назад проводили последний путь Александра Маргилова, сына Василия Филипповича, героя России, который первым в системе Кентавра прыгал в БМД. Наверное, отдельно вот хочу сказать про своего друга Рифата Хабибуллина, который в Сирии тоже ушел в последний полет. К сожалению, так будет продолжаться, но от этого никуда не уйти. Песня посвящена всем летчикам, ушедшим в последний полет. Я всегда говорю, что она, наверное, длинная, но только потому, что все мы прожили достаточно или недостаточно, слишком короткую жизнь. Ну вот и все. На новом месте службы. Разбор полетов с главной, будь здоров. И хоть я жил порой не так, как нужно, Прелся жив нашим, но суров. Здесь главный исключительно суров. А встретили зачет на все 5 баллов. Кто был не на полетах, прибежал. И даже сам Валерий Павлович Чкалов при встрече крепко руку мне пожал. Обнял и крепко руку мне пожал. Но главное, я снова здесь летаю. Неясно как, отсутствует металл. Хоть крыльев за спиной не наблюдаю. Летаю, сколько в жизни не летал. Летаю, как при жизни не летал. Поздно в полете бывать осторожны. Нам все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не дают. Стакан тот граненый, что с хлебушком черством фото со мной стоит. Мы живы, хоть оплаканы родными. Нас радует здесь небо холодок. Не рай, не ад, а где-то между ними невидимый военный городок. Заоблачный военный городок. На рай мы по заслугам не проходим. А вот мы самим-то не резон. Забор, казарма, КПП находим. У нас отдельный летный гарнизон. Для летчиков отдельный гарнизон. И главная одна на всех задача — летать с живыми здесь по небесам, стараться уберечь парней, иначе всем плохо, коль они приходят к нам. Ой, плохо, как они приходят к нам. Поздно в полете бывать осторожны. На все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные. И нам уже можно. Теперь уже можно летать без границ. Нам открыты любые районы.
хочется выпить стакан этот граненый. Что с хлебушком черным? Фото со мной стоит. Вне возраста, селёчки в полете, равны все, и Митёха головком. И с ней сразу Гагарин в почете, и Уточкин с одесским юморком. А Вася Сталин, ну тот особняком. Шумит нам про исправность всей матчасти при папе, мол, за это подрастаю. Наверное, грузин здесь проф отчасти. На днях он целый борт опять сгорел, и новый экипаж вам прилетел. Теперь и сам я здесь таких встречаю на входе гарнизонном КПП. Я здесь за подготовку отвечаю в соответствии с небесным КПП. Здесь курс другой, небесный КПП. Здесь был на полете бывать осторожный, на все виды топки, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожны, и нам уже можно. Теперь уже можно летать, и без границ нам открыты любые районы. И небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Но как же мне хочется выпить стакан этот граненый. Что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Осторожны на все виды допуски, даже на сложные. Мы стали здесь все не настолько безбожные, и нам уже можно. Теперь уже можно летать, без границ нам открыты любые районы, и небо сюрпризов для нас здесь уже не таит. Хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. А как же мне хочется выпить стакан тот граненый, что с хлебушком черствым у фото со мною стоит. Можно. Дорогие друзья, я хочу Колечку поздравить, он наш любимец, поздравить от всего коллектива летчиков, выпускников Армавирского противовоздушной обороны. Оно единственное было такое училище. Поздравить его с юбилеем, с таким красивым. И подарить ему от ПВОшников самолет МиГ-31. У него, конечно, все есть. Но 31-й самолет аналогов ему нету. И с номером 50.
от армавирских соколов юбиляров. Коля, дорогой, два слова буквально председателю управления фонда поддержки и помощи армавирских соколов заслуженному нашему летчику Гергайде Петровичу, его боевой зам, полковнику Таярскому Григорьевичу. Мы с тобой, Коля, на многих юбилеях наших, благодаря тебе, создавали тот творческий настрой, уют, тот дух авиационный. И 70 лет на Вакулу, и 72-ю годовщину на Поклонной горе в музее вооруженных сил. И в этом году, 23 февраля, 75 лет нашему училищу, благодаря тебе, Москва-Сити, концерт был достойным. Ты бываешь во многих аэродромах нашей прекрасной СССР, России, в том числе и в Перми, где мне 31-е были, был там не раз. Поэтому коллеги, выпускники всех годов выпуска по сайту avakul.ru просили тебя поздравить с твоим юбилеем. В присутствии твоих почитателей, друзей, Колечка, дорогой, мы тебя любим. 100 лет тебе без капремонта, радуй нас и долго-долго встречаться и общаться с тобой, дорогой. Спасибо, дорогие. Посмотри, у меня у сына какая наколка. Миг 29. Ну так. Я, кстати, про этот самолет. Спасибо огромное за вот эту штуку. У меня такой нет. Вроде чего только не дарили. Но нет. Есть, потом ты закрепишь, чтобы не разбить. Ну зато есть песня. Песню я спою сегодня обязательно. Ну, жизнь продолжается. Жизнь продолжается, и она, конечно, иногда штормит, но если бы не штормила, было бы скучно. Когда по жизни штир, и дрянь доска в фаворе, когда на много миль, волнения нет на море, то лучше утонуть. И я желаю свято, чтобы ветер начал дуть, и в море вол девятый, и чтоб парусник летел, как птица над волнами, ветер всегда умел в морях дружить с ветрами и в жизни штормовой. Всегда везло, пока мне и ангел мой со мной, вот обойти бы камни, и ангел мой со мной, вот обойти бы камни. Друзей бы не терять, пусть их минуют беды, и если уж стрелять, то в небо в честь победы, дай бог смертельный шквал на айсберг не наткнуться, пройти девятый вал, в свой порт домой вернуться, чтоб парусник летел, как птица над волнами, летишь всегда умел. Морям дружить с ветрами в жизни штормовой. Всегда везло, пока мне и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне. С ветрами в жизни штормовой, всегда везло, пока мне и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне, и ангел мой со мной, вот обойти бы ко мне. Спасибо. Следующая песня. Так повезло, случилось, я что-то написал новое, это редкое явление. Но для меня гораздо важнее, ну или не то, что важнее, совершенно неожиданно, вот пока я тут первые песни пел,
пришел мой замечательный друг Михаил Степанович Сочнюк с супругой. Миш, спасибо большое, что прилетели аж с Дальнего Востока. И вот, ну я не скажу, что благодарны за то, что вы очень вовремя прилетели. Потому что эта песня, которую я написал, она связана непосредственно с тобой. Вот он начал выдвигаться к стене. Я даже не знаю, с чего начать. Очень много говорить нельзя, потому что лучше все это время хочется тебя слышать. Но уже 10 лет, пока существует наша авиакомпания, Коля Анисимова. Гражданская авиакомпания. Да, гражданская авиакомпания, в которой работают все военные летчики. Это важно для следующей песни. И Коля является талисманом. Так вот, с первого юбилея создания авиакомпании мы мечтали под песню «Прилетит вдруг волшебник в голубом вертолете» и так далее, и раздаст детям 500 эскимо. Мы мечтали, как это сделать, и это все не получалось, и тут у нас десятилетие в этом году. И в Коле появляется песня, это же. И мы это все состыковали, и вы представляете, мечта сбылась. Под песню Коли вживую на площадке. Значит, мы катаем детей, около 500 человек. Потом приземляемся. Ну, Владимир Николаевич нам помог, конечно, Кутанин. В этом плане Владимир Николаевич пилотаж тут крутит. Много людей было. Выполняем посадку и несем в коробках эскимо и дарим детям. А Коля поет. Представляете, вот мечта сбылась. Поэтому я хотел поднять тост ваш за сбытие мечт. Но поздравив его с этим прекрасным юбилеем, да, так вот после этого случая мы детей катали на вертолетах, и один из мальчишек вышел с вертолета, встал на колени и поцеловал землю. Представляете? Мы думали от страха. Нет, я так думаю, что это родился новый летчик в будущем. Ясно, что тебе много всем буду желать. Всего прекрасного, всего. Я бы хотел, Сергей Егорович Ермоленко, генеральный директор управляющей компании ЗАО УК «Петропавловск», да, который очень тебя любит, уважает. Который говорит, что песня «Ми-8» про «Ми-8». Который за вечер 10 раз заказал эту песню, а в конце сказал, это песня про меня. Песня «Ми-8». Самсунгом гражданский человек. Он привел огромный привет тебе, поздравления от своей семьи, от себя. Я от своей авиакомпании, от своих летчиков, от наших летчиков, все тебе очень благодарны за твои песни, за твое присутствие с нами. У тебя все есть, но пусть тебя Бог хранит. Вот такой мы тебе хотели подарить. Видишь, покров, кстати говоря. Под этим это Александр Тихомиров, народный артист, народный художник, который делает все это на... Это называется оконопись. Ну ты знаешь, да? Уже это обалденно. Ну этот уровень немножко другой, тот, который тебе дарили. Ну тот, который тебе дарили. Пусть это тебе хранит. Когда он услышал, что новую песню спел, говорит, я не знаю эту мелодию. Миша, ты сейчас вспомнишь один полет наш. Я как журналист знаю эту фразу, это не моя фраза, естественно, что новость, она новость тогда, когда это сегодня. Завтра это уже история. Песня, которую я написал, это новостью не стала. Хотя, когда мы тогда вот летели, я просто, ну вот, ну да что же это, ну вот, это было 16 февраля 2012 года, на следующий день после годовщины вывода войск из Афганистана, который, ну, я прилетал тогда в Благовещенск, выступал с концертом с группой «Голубые береты». А на следующее утро мы с Михаилом Степановичем и Александром Дмитриевичем, его боевым замом, полетели на рудники. А в полете изменили задание.
Вот. Ну, собственно, что я буду рассказывать. Я спою. Это уже, да, это была уже не новость, эта история. Я тогда говорил, я нафотографировал все то, что происходило. И говорю, вот сейчас бы это все в газету, ну куда там? Я в Москве, это Благовещенск и так далее. А в итоге годы какие-то прошли, родилась история. А, конечно, тут не все так, как было, но близко к тексту. А, могу сбиваться, новая вещь. Человек предполагает, а судьба располагает. Не узнай, дорогу наберет. Замыли нас с маршрута, плохо стало там кому-то. Мы кладем в виражик вертолет. Как 100 лет назад в Афгане, в правой чашке друг мой Саня, между нами Ваня бортовой. И усталость стрекозою над бескрайнею тайгою мы жужжим, и фронт здесь грозовой. Где-то в прошлом пушки, танки, можно жить и на гражданке. Главное, чтоб только лишь летать. В мирном небе есть заботы, хватит нам и здесь работы, если не всю же жизнь нам воевать. Снова пашем сверхурочно, нам в больницу нужно срочно вывести кого-то из тайги. И находим мы среди елок богом брошенных поселок домики, как бабушки Иги. Ветер сильный на посадке, не впервой нам все в порядке. Быстро, фельдшер, объяснишь потом, что аппендицит случился. Парень вон в живот вцепился, и девица тоже с животом. Мальчик фельдшер слишком бледный, первый раз летит он бедный. 6 нас, что тут поднимать? А когда-то было дело, приходилось под обстрелом взвод на борт нам с Саней принимать. Навсегда мне Саня жалко тех мальчишек, что в повалку мы перевозили за рекой. А теперь мужик в салоне, как 300-й, тихо стонет. Об одном подумаем с тобой. Знаем, все в порядке будет, парень точно не забудет этот наш внеплановый полет. Что-то там ему отрежут, будет жить в тайге, как прежде. Может, нас когда поменем. На сносях у нас девчонка голосит, ну так уж звонко. Ваня быстро что там доложи. Командир, отходят воды, прилетели это роды. Мы ж не проходили тренажи. Знаем, девка в воздухе рожает, нас засветки окружают. Бедный фельдшер проглотил язык. Примет Ванечка младенца, замотает в полотенце, прокричит нам радостно: мужик! От грозы нас всех уносит, мы опять как будто на войне. С Саней мы переглянемся, знаем точно, что вернемся. Уж теперь обязаны вдвойне. Человек предполагает, а судьба располагает. В этой жизни абсолютно всем. Вылетали нынче трое, нас маршрут потом удвоил, а в итоге прилетело 7. Вылетали точно 3, нас умножили на 2, а в итоге оказалось 7. Браво! 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 Спасибо. Миша, помнишь?
Ну, никто у нас не рожал, но мужчину или женщину мы не из такого, не совсем уж там тайги, а из города Зеи в Свободный, там, где космодром Восточный сегодня, перевозили их там. Оттуда скорая привезла, там забрала. Вот, и я просто, вот, меня тогда это так вот впечатлило, думаю, ёлки-палки, вчера отмечали город из Афганистана, а сегодня вот те же самые задачи, только немножко в мирной территории. Ну ладно, поедем дальше. Все, обещаю как бы сам себе поменьше болтать, но не получается, как в том анекдоте, а поговорить. Что насупился Илюха, нынче в лето до зари, набивая снова брюк, грушоты, тихмари. Носят ящики солдаты, заката акварель, только нам не до заката, рампа, пельфер, опыль. Рампа здесь не значит сцена, палуба не значит флот. Мы не взвинчиваем цены надписью «Аэрофлот». Мы летаем, где стреляют, экипажу не впервой. И люди испугают, грузовик наш боевой. На взлет уходит выселя трутяга. Турбин грохочущий квартет поет. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, торгом по небу столько лет. Нам лететь туда, где жарко, с дозаправками маршрут. Полный борт в гуманитарке, там на месте разметку. Мы спасаем чьи-то души, близких видим лишь во сне. Не печалься, брат Илюша, лучше так, чем на войне. Это лучше, чем когда-то, полным ящиков бортом. Возвращали мы солдат в их последний вечный дом. Улетали от печали, снова в небо с головой. Где-то в ночь надежды ждали грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Чай, печенье и конфеты надоели нам уже. Штурман курит сигареты там на нижнем этаже. Техник мыслит о посадке, что сготовить на обед. Если что, всегда в порядке, а у него велосипед. Распростер Илюша крылья, вместе с грузом нас несет. Коридор ему открыли, значит, он людей спасет. Эх, Илья, небесный пахарь, горб на спинке трудовой. Если где-то что попахнет, грузовик наш боевой. На взлет уходит ввысь Илья трутяга. Турбин грохочущий квартет поют. Летит Илюша работяга, бродяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Снизу пальмы по глиссаде, из семи встречают борт. Заведут нас и посадят в незнакомый жаркий порт. Местные не бьют баклуши, все пределы как один. От души нальют Илюше самый вкусный керосин. Командир на борт вернется, весть благую принесет. Наш Илюша улыбнется нижним блистером блеснет. Нам наградой не медали, а скорее путь домой. Рудик снова в максимале, грузовик наш боевой. На взлет
кончащий квартет поют. Летит и душа работяга, протяга, наш транспортяга, горбом по небу столько лет. Происходит, к сожалению, сегодня в мире то, что не хотелось бы. Следующая песня, ну, ее многие здесь слышали. Премьера состоялась в конце января этого года на авиабазе «Хмельмель» в Сибири. Погода на заказ, и многозвездный наш отель, апартаменты экстра-класс, удобства снаружи, бабалай хуже. Дом практически курорт, здесь пальмы чудной красоты, а море просто натюрморт, но видим только с высоты мы эти красоты. В процессе работы мы трудимся в заморской дали, где звучит намаз. И многие совсем не ждали здесь увидеть нас. Другие времена настали, мы пришли и дали мастер класс. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи не хотели, но случилось. Мы родили по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели, словно гвозди по самому прямому назначению. Каждый вылет боевой, от напряжения кипишь, кабина словно дом родной, вот только жаль, они не поспишь. А хочется очень, особенно ночью. Третий месяц весны. Который месяц не до сна. Идешь на бюллетень по распорядку. Здесь война, что день, что ночь, рабочий день. Здесь все на пределе назначены цели. Мы в нужный час и в нужном месте выпадем с небес. И сразу станут цифры 200, духи все в окрест. Прицельные марки, тонкий крестик, миг на них поставит жирный крест. Мы делаем здесь то, чему учились все годы на занятиях и учениях. Буржуи были против, но случилось. Мы делаем по прямому назначению. Нам в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли, не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты вколачиваем в цели. Невероятные друзья нам скажут просто: very good, летать по многим нельзя. У них нормированный труд, им бедным не сладко жить по распорядку. Так смотря можем и привыкать, с годами стали мы умнее. Смертям уже не привыкать, с годами стали мы грубее. Два раза нам не умирать, но не привыкнуть хоть убей. Нам жить в половину, к выстрелам и спину. Минует нас по воле фарта смерти холодок.
Когда спустя в полетной карты выцветший листор напомнит нам довольно ярко ближний, но далекий сталь восток. Чему учились все годы на занятиях и учениях? Буржуи возмущались, но случилось. Мы в деле по прямому назначению. Нам мы в этом небе не до этикета. Сюда не отдыхать пришли не в гости. Мы днем и ночью бомбы и ракеты. По самому прямому назначению. По самому прямому назначению. Спасибо. Я о тебе в самооправдании говорю. Авторская песня плохо, но допускает, когда можно на сцене где-то допустить ляп, забыть что-то. Ну вот. Бывает. Когда птицы улетают, по земле меня болтает, а точнее вы лишь над землей. Не дожил, быть бы живо, столько лет на всех режимах. В небе мы живем одной семьей. По ущельям и вершинам, с винтокрылой машиной, пишем то ли сказку, то ли быль. Вместе с ней по небу ходим, а мы друг друга не подводим. И спасибо вам, товарищ Миль. Выручало, где казалось, шансов нам не оставалось, и не превратило нас в утиль. А что в небе от пепоты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. А что в небе от пепоты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. С ней прощались, честным словом возвращались, а потом на матушке земле экипажем вот купили за машину и за миля, и на ней как бабка на метле. Мы на ней как змей Горыныч, тоже можем землю выжечь, или как ковер вертолет. Только чаще в этой сказке, как устала я собраться, из последних сил, но всех спасет. Терпеливо лямку тянет и молотит лопастями днем и ночью в бурю или штиль. Та, что в небе от пепоты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе от пепоты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Солдаты, те, кто выжил в Лицанбадах, не для них теперь ее родней. И гражданские пилоты за совместную работу тоже снимать шляп перед ней. Возят даже президентов и на разных континентах в небе, словно рыбкой в воде. Пусть не в меде и не в глянце уважают иностранцы, знают то, что выучат везде. Над полями и лесами, ледяными полюсами кружит, поднимая снег и пыль. Та, что в небе от пепоты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Та, что в небе от пепоты,
это которую когда-то создал Михаил Леонтьев. Поднимая снег и пыль, а что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Да что в небе атты-батты, та, которую когда-то создал Михаил Леонтьевич Миль. Михаил Леонтьевич Миль. Вижу Московский вертолетный завод имени Миля, мои замечательные друзья. После этой замечательной песни мы не могли взять слово и сказать о нашем замечательном друге Николае Анисимове, который простым человеческим языком рассказывает нам то, чего мы сказать не в состоянии, хотя трудимся на этом поприще всю жизнь, посвятили этому делу много времени, но он своим замечательным языком, своей замечательной музыкой возвысил все это. Конечно, от лица всех милисов, от фирмы Миля, мы пришли поздравить тебя с этим юбилеем, сказать, что первые твои 50 лет замечательные, а вторые, я думаю, будут еще замечательные. Живи, дорогой! Здесь много, это вот, да, это много вертолетов, это вот все наши товарищи писали. Спасибо. Спасибо, дорогие. Ну и мы хотели бы подарить ему машину, чтобы она в разобранном виде, потому что там дело большая, о которой еще нет песни. Чтобы на досуге было чем заняться. Это не то, что ты испытываешь сейчас. Нет, это вертолет Ми-28, который сейчас в России. А я бы хотел еще добавить, знаете, о человеческих качествах Николая. Приезжает на дачу, охрипший, сиплый, гитару из чехла не достает. Говорит, я устал, горло болит, ничего, концерта не будет. Ну, мы сидим хмуро, выпиваем, в баню сходили. Закончилось в 3 утра, потому что всю ночь пели. Вот такой он человек. Ну и не могу не передать привет. Сегодня общались с главкомом ВВС Михаилом Владимиром Сергеевичем. Он просил передать тебе персональное поздравление и мы лучшие пожелания. Спасибо. Он есть и отдыхает. Спасибо. Очень здоровый. Спасибо. Спасибо, дорогие ребята. Раз о главкоме. Командующий ВВС. Наш выпускник, однокашник, училище, да, Юдин Андрей Вячеславович, генерал-лейтенант, да, который также уважает творчество Николая, у которого диск, он его заслушал уже именной. Вот. Поздравляю тебя, Кольчик, дорогой. Удачи, добрать тебе. Армавицы тебя любят. Подарок у нас уже был, он будет постоянно. И ребята сказали, до 3 утра, 13 февраля в этом году, Коля у меня до 4 утра вместе с однокашником Павлом Сурмыч, наверное, знаете его, да? На кухне пели песню, кто кого перепоет, да? Молодцы, я тебя люблю. Мы спели даже «Smoke on the Water». Ну, я решил немножко корректировать, все-таки действительно, когда возникают идеи, вот замечательные ребята, которых сюда вывел на сцену Герой России, Сергей Маслов, Володя Кутанин,
испытатели Милевцы. Ребята, в том числе и вам песня. И вот приехала жена моего замечательного друга Сергея Михайлюка. У него на 50-летие год назад эта песня премьера состоялась. Много здесь испытателей. Даже, ну вот, Герой России Николай Федорович Гаврилов, более 10 лет командовавший авиацией ФСБ, тоже летчик-испытатель, школу летчиков-испытателей заканчивал, я знаю. Мы приводим их как сады детей. Для них мы как родители, куда уж ближе и роднее. Мы словно воспитатели, а не бабуля школьный класс. Они ж как испытатели испытывают нас. И в небесах распахнутых перемещаясь вверх и вниз, играя с ними в шахматы, где жизнь как будто главный приз. Каждый раз, как первый раз, не бывает здесь ничьих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота из них солнце и туча, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, у царства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать пойти не может. Полтают обыватели, что мы живем, как в масле сыр. Считают, сколько тратили, считают, что много весь мир. Мол, жизнь полна романтики, благоволит удача нам. И деньги, словно фантики, швыряем мы по сторонам. Не объясните вы таким, что не измерить кошелек. Да останется родным на память шлема и орденок. И в новостях лишь пара фраз таких холодных и сухих. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота из них солнце и туча, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летает, и даже на том, что летать по идее не может. Наставление ходим, вот еще в тот край прийти, чтоб не было сомнений, возле ты мог сказать идти. Любимому ребенку, что за годы научил ты жить, и в лиды ты утенка смог как в сказке превратить. А после дети новые, которые сильнее и умнее, страктивые, рисковые, нет вновь для нас родни. И снова непослушный класс перед дураками прийти. Они испытывают нас, а мы испытываем их. Мы в небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота из них солнце и туча, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам горы предложат, полцарства за небом мы точно откажем. Летаем на всем, что летаем, и даже на том, что летать по идее не можем. В небе летать и работать их учим. В ответ они тоже нас многому учат. И хоть красота есть и в солнце, и в тучах, романтики мало, зато и не скучно. И пусть золотые нам
горы приходят, пол царства за небом мы точно окажем. Летаем на все, что летаем, и даже на то, что летать по идее не может. Николай Федорович Гаврилов. Господа и дамы, людям нашего поколения повезло. С нами уже полвека живет Николай. Летчикам повезло вдвойне. Четверть века он поет про нас. С юбилеем, Николай, дальнейших успехов. Покрышкина и от семьи еще, по прическу делать. Да, еще отец и большой подарок. Я как жена девочек, которые часто собирают командировки, я знаю, что все это необходимые вещи. Мы очень дорожим нашей дружбой, любим тебя, ждем в гости. И, в общем, часто с нами приезжай. Тут на полу всякие подсказки валяются. Должны были русские витязи приехать, но не приехали. И, ну, я понимаю, потому что после определенных событий, печального события, приняли решение пока не участвовать в публичных мероприятиях. Ну, очень много мне сегодня звонили. Они с нами. Это гордость России. И я думаю, что мы увидим их скоро на новой технике. Мир этим восхищается, о чем у следующей песни поется. Летим в заморскую страну, что далеко в чужих широтах. Мы на военных самолетах, наш маршрут в семье на войну. Летим в заморскую страну, как по линейке в небесах. Мы чертим след инверсионный, меняя снизу стороны зоны и часовые пояса. На работе в небесах мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным делом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Летим туда, где чтут Коран, там авиация воет. И кто главней у них не спорят, верблюды или аэроплан, не спорят у мусульман. Мы им открутим пилотаж, сорвем восторг аплодисменты, ведь вспомнят страны, континенты. Все знают в небе почерк наш, наш Russian crazy пилотаж. Мы небом одержимы, и это не на час. На жизнь, коль заниматься летным делом, предельные
режимы. Не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Да на земле догнуть за пределом. Дай Бог нам снова над Москвой пройти, дать салют победы. На нас с небес посмотрят цветы и вспомнят свой последний бой под замерзающей Москвой. И дай Господь сберечь орлят, чтоб не пришлось с нуля сначала. Ведь скажи, дуб по крышке чихала, на помощь к нам не прилетят, но там на небе не простят. Мы небом одержимые, это не на час. На жизнь, коли заниматься ледным телом, предельные режимы не так тревожат нас, как то, что на земле все за пределом. Там на земле давно все за пределом. Земля давно все за пределом. Как жаль, что на земле все за пределом. Миша, привет! Миша, ты как космонавт из космоса здесь. Спасибо, брат! Света, спасибо, это ты могла только придумать. Неожиданно. Кстати, я что-то вот, да, я подумал, что там тоже смотрят люди, дорогие все мои близкие, любимые. Всем громадный привет, спасибо, что помните, любите. Сегодня вот, ну, даже не с утра, а с ночи телефон звонил, я его до вечера 4 раза заряжал, потому что, ну, от Сахалина до... Хотел сказать, до Калининграда, ошибся. С Пальма де Майорка позвонил еще один вертолетчик, Дима Сергеев. Вот, то есть еще дальше. Вот. Всем вам большой привет. Всем привет в России. Всем привет в Беларуси. В Украине.
Одноклассники, дорогие мои, я знаю, Таня Мороз, Лена Светенок, Сергей Берестовой, Люда Однулько. Вот, я знаю, что он смотрит. Я вас люблю. Спасибо вам. А следующая песня, что-то я вот опять... Николай Федорович, извините, я опять вас вспомнил. Ну, просто авиация ФСБ — это тоже своеобразная структура. Вот сам Николай Федорович и его подчиненные многочисленные, то, что они там где-то вот выполняли... Ребята, не умаляю ваших заслуг, конечно. Вы тут вообще ну, прославленные вертолетчики. Я еще расскажу про многих. Постараюсь, по крайней мере. Вот. Я про то, что просто авиаторы ФСБ, ну, как-то они вот, ну, под грифом все время, ничего особо не известно, что там. Но есть вещи, которые известны. Вот про генерала-лейтенанта Гаврилова, он летал на Ми-8 несколько раз на Северный полюс, один раз на Южный полюс. Я даже не хочу сказать, что генерал только летал. Просто единственный человек на Ми-8 туда вот умудрился доставить директора ФСБ. Вот. А еще была одна история, когда Николай Федорович на замечательной машине, на самом большом в мире вертолете Ми-26, установил тютельку в Петропавловске-Камчатском купол на храм. А крест ставил его подчиненный уже на К-27, по-моему, да? Дай бы Бог, чтобы только вот такая мирная работа была у вертолетчиков. Как было бы здорово. Николай Федорович, это про тот вертолет. Помню тот солдатик на погрузке. Обозвал коровой. Вот пижон. Вся шутила внутри, мол, как в кутузке, что я даже не вооружен. Но не до него, когда нон-стопом кружат мои 8 лопастей. Я подними сердце, где галопом скачет 20 000 лошадей. Это мчаться по небу галопом 20 000 летных лошадей. Я нашел в себе живую силу. Сейчас как чисто, как час пик автобус, я набит. Где меня уж только не носило, блистер помутнел и бок болит. Но когда без дела я кукую, грустно свесим 8 лопастей. Весь табун скучает и тоскует 20 000 летных лошадей. Рвутся в небо на земле, тоскует 20 000 летных лошадей. Страны менял, пахал как трактор, и в режимах чрезвычайных жил. Засыпал взбесившийся реактор и пожары сотнями тушил. Штатовский чинук в горах однажды ввысь подняли 8 лопастей. Если что, поднимут Боинг даже 20 000 летных лошадей. Если надо, и не то покажут 20 000 летных лошадей. В небе с экипажем дни и ночи, на работе некогда грустить. В левой чашке пилотяга летчик, мы с ним вместе, нас не разделить. И окружность в небесах сияет, что рисует 8 лопастей. Как в упряжке мой пилот сжимает 20 000 летных лошадей. Нежно держит ручки, погоняет 20 000 летных лошадей. Thank you.
я встретил снова. Я его запомнил, как летел. То, что про меня сказал корова, вот пацан, повоевать хотел. Пуля дура догнала, спросила, слава богу, жив, меня узнал. А когда ко мне на борт выносили, пожил коровкой, опоздал. Пошептал спасибо на носилках и коровкой Божьей назвал. Божья коровка, полети на небо, там твои детки, кошек, конфетки. Недавно было 85-летие военно-транспортной авиации, я выступал на Поклонной горе, там были большие мероприятия, большой концерт, и ну, много знакомых, от командующего, допустим, и до рядовых летчиков, встретил замечательного своего товарища, который, кстати, вот когда в Бахрейн в Витязи летали, он был лидером на Ил-76, Олег Калинин. Я говорю, как вообще дела? Он говорит, слушай, не вылажен. Ну, понятно, куда они летают. Говорит, ну, только, говорит, смена белья успеваю сделать в Пскове. И вперед опять туда, на юга. Машины пишем в небе над землей. Посадки словно знаки препинания. Устали от внеплановых заданий. Здоровый сон несбыточной мечтой. И кто бы нам скомандовал отбой? Домой не успеваем, позвоню. Жене скажу, что снова полетаем. На север, и когда назад не знаем. А сам на юг с ребятами махну. У нас сегодня чартер на войну. Солдатики поднимутся на борт, и если мы отправимся в весну, нас не курортный ждет аэропорт. У нас сегодня чартер на войну. Крутой глиссадой, словно камнем вниз, коллеги за бугром так не умеют. Мальчишки все притихнут, побелеют. Нормально, лишь бы кто-то не раскис. У нас заход всегда здесь, как на бис. Их уведут, а привезут других. В обратный путь мы снова санитарим. Мы с доктором кому-то шанс подарим. Дай бог, чтобы этот путь не стал для них дорога намерений благих. Солдатиков на борт к нам занесут, для них теперь так много на кону. Кому-то не судьба и не спасут. Бой правильный чартер, чартер на войну. Идем ночной глиссадой к дому вместе, и приводы огней, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь. Хотя не скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе. Спросит, пусть Бог простит, но я совру ей вновь.
скажу, что это кофе, а не кровь. Антишин. Браво! Ты, Маша, доброе утро. Сдуру видно спа заранку, зря дневник я взял у Ваньки. В школе оказалось он в пике. И шумит родная Маша, что мальчишка весь папаша. Точно летчик, без царя в башке. Полчаса мне до работы, нам до вечера полета. Командир навстречу не к добру. Что-то там не по уставу, и за это он мне вставит. Да что ж такое нынче поутру? Мне в санчасти пульс проверит и давление измерит. Доктор скажет, летчик, не грусти. Указание, постановка, цели, курсы, обстановка. Ты меня, бетонка, отпусти. Меня, бетонка, отпусти. В небе так немного людно, здесь спокойно и уютно, и никто не пилит, не орёт. И я бы здесь пожить остался, в жизни лёдном расписался. Но уже четвёртый разворот. Обороты чуть убавлю, кран шасси на выпуск ставлю. Где тук-тук, не слышу под собой. Лампы красным светофором, мне кричат с панели хором. Парень, учитель совсем не твой. Па-па-па-па. Блин, сегодня явно день не мой. Вниз доклад, в ответ советы. Делай то, не делай это. Шеф добавит ласково, держись. Танцевать в небе ринус, перегрузки в плюс и в минус. Знакопеременно, все как жизнь. И совсем небережливо самолет ее в хвост и в гриву. Воздух с возмущением свистит. Ты держись, стальная птица, нам с тобой нельзя убиться. Маша мне такого не простит. Маша мне такого не простит. Мне с земли дадут пистону, хватит, мол, давай-ка в зону. Не дури, пора борт покидать. Вот, Алют, ты слышал, милый, помогай мне, что есть силы. Хочется с тобой еще летать. Ты сейчас мне всех дороже, я тебе, наверное, тоже. И друг друга надо нам спасти. Ванька ждет меня и Маша, а тебя ждет техник Паша. Нам никак нельзя их подвести. Нам никак нельзя их подвести. Прочь, фонарь, мы на глиссаде, мы с тобой на брюхо сядем. На борту я сам себе устав. Ты как трактор пронесешься, в ограждение откнешься. Борозду на грунте припухов. Снег кругом, а мне так жарко. Здравствуй, скорая пожарка. Доктор снова. Кружка, спирт, глоток.
Черт, командир тут с ними, растолкает всех, обнимет, что-то намекнет про орденок. Па-па-па-пам, па-пам-па-пам. Пошутил, небось, про орденок. Начинался день, как кома, но посвистывая к дому, улыбаясь, дуя на лишке. Ванька мне доложит, ой-ка, что исправил пол на тройку. Горизонт выходит из пики. И меня обнимет Маша, принесет борщай кашу. Нам твоим по рюмочке нальет. Как бы кто-то ни старался, день сегодня все же удался. Повернулись я и самолет. Как я сильно не старался, день сегодня все же удался. Повернулись я и самолет. Небеса.
по мне лупили точно. И я людям детей там, чтоб на воздух вошли срочно. Эти двое, как на меня, делегации на задержке. Но плечом к плечу в кабине держат ручки, а не держат. Не хватает задержки. Как хочу я в эскадрилье, даже если инвалидность, я не складываю крылья, обменяюсь тревогидность. Возвращаемся из боя, пусть мы еле волочемся, но в кабине эти двое верят в то, что мы вернемся. Вернемся. На войне, как на войне, даже если ты в огне, надо верить в чудеса. Чтоб ни было, держись, иногда не смерть, а жизнь перевесит на веса. Где-то придется. Где-то в небесах. Где-то в небесах. Перекур! Понял? Вадима! 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 20-го! Я... Сейчас микрофон! Раз. Я хочу еще одну такую небольшую рекламу сделать, что 20 августа в этом замечательном зале будет петь мой просто замечательнейший друг Вадим Захаров. Концерт «Ко дню воздушного флота». Ну, Вадим, это тот человек, как я, когда у меня интервью спрашивают, а что вы слушаете? Я всегда говорю, в машине я слушаю двух авторов-исполнителей. Вадима Захарова и Pink Floyd. Pink Floyd здесь выступить не может, потому что не существует, зато Вадим Захаров есть, будет и будет здесь 20 августа. Приходите.